За основу была взята сборка из лаунчера Arizona Mobile, большого количества клевых плагинов, и могу ее представить вот как раз таки вам для скачивания. Сразу хочу сказать, что по ссылочке в описании, там будет вообще две ссылочки, будет ссылка на Яндекс.Диск, а будет ссылка на Google Drive, вы сможете скачать эту сборку абсолютно бесплатно, без... Если вы хотите скачать лучшую сборку для слабых, средних и сильных ПК, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Всех приветствую, дорогие друзья, я уже давно в тайне, в секрете, вообще во всех вот этих вот прочих вещах собирал свою самую лучшую сборку для GTA Sampa, потому что у каждого GTA Samp ютубера уже есть своя сборка, а у меня ее, ну как бы, нету, и поэтому я решил, что действительно хочу вот ее сделать. За основу была взята сборка из лаунчера Arizona Mobile, то есть в моей сборке в ней есть много всяких разнообразных вещей, по типу, знаете, анти-АФК от Absolute Roleplay, по типу большого количества клевых плагинов, плюс моя настройка Comhunt персонально, это подойдет для GTA Samp ютуберов, да и в целом для каких-нибудь скриншотных ситуаций, допустим, если вы немного не натурал и играете на Gambit Roleplay. Мы как бы вас за это осуждать и притеснять ни в коем случае не будем, просто подарим вам вот эту вот, знаете ли, мою сборку, которую я делал, ну, наверное, я не знаю, где-то с апреля, возможно, с мая месяца, и вот сейчас я наконец-то ее закончил и могу ее представить вот как раз-таки вам для скачивания. Сразу хочу сказать, что по ссылочке в описании, там будет вообще две ссылочки, будет ссылка на Яндекс.Диск, а будет ссылка на Google Drive, вы сможете скачать эту сборку абсолютно бесплатно, без всяких вот этих вот, знаете ли, прочих вещей, то есть никакой не диск Space, никакие там, знаете, не рекламные ссылки, ни что-то еще, то есть просто вот реально моя сборка GTA Samp, которая подойдет абсолютно всем, то есть как GTA Samp ютуберам, так и вот обычным каким-то игрокам, которые играют на разнообразных серверах, по типу там, я не знаю, Advanced Roleplay, Samp Roleplay или... Допустим, если вы выбираете что-то самое лучшее и всегда выбираете что-то самое премиальное, что-то самое крутое, то тогда Arizona Roleplay вам тоже подойдет, тем более по моему-то никнейму и по айпишнику в описании. Тем более вы сможете получить там, знаете ли, 300 тысяч вертов на руки своего персонажа при достижении вами 5-го игрового уровня. Поэтому я не думаю, что это вообще нужно как-то еще там, знаете, обсуждать что-то насчет этого там еще. А говорить вообще в сборке, то есть мало всего заменено. Она абсолютно не отличается от каких-то стандартных сборок, только вот отличие в возможно, вот, заметны в том, что вот, допустим, я не знаю, там, есть такие, знаете, HD-модели, то есть вы ее сейчас можете наблюдать на экране, вы можете подумать, что это просто какая-то сборка из лаунчера Arizona, вот, RP и вот всего-всего прочего, но нет. Я, на самом деле, вдохновлялся вот этой вот сборкой из лаунчера, но делал ее, вот, собственноручно сам. Зайдя на сервер и вводя мой промокод, не устанавливая каких-то своих, там, знаете, дополнительных модов, вы сможете получить такой, знаете ли, бонус от меня, а какой, вы узнаете только, если скачаете мою сборочку, а также зайдете на вот как раз таки все вот эти вот сервера, которые я представляю, которые я рекламирую и на которые вы вообще можете зайти и со всеми вообще этими делами ознакомиться, чтобы у вас все было максимально хорошо, максимально круто и вообще вы были во все оружии, вот, и чтобы у вас ничего не лагало, потому что я знаю, что среди моих подписчиков, среди моей подписной аудитории есть много людей, которые ходят на копты, на Arizona Roleplay, которые там, я не знаю, состоят в какой-нибудь мафии, там в какой-нибудь банде, в еще каких-то делах, где количество FPS-ов является таким, знаете, основополагающим показателем. Без него, ну вот, просто никуда не уйти, ну уж так сложилось наше обстоятельство в нашем дорогом мире. Вообще, я хочу, чтобы вы поставили лайк на данный видеоролик и подписались на мой канал, потому что сборку я делал очень долго и очень кропотливо, я совсем вот этим, знаете ли, работал. Сборка проверена абсолютно всеми вирус-тоталами, АВП-гейм-протектами и всем-всем прочим, никаких стилеров и всего прочего там нет. Ну, то есть, если бы там были стилеры, я бы, наверное, вам сказал, и вы бы, наверное, ее не скачали. Поэтому можете не волноваться, можете благополучно скачивать по ссылочкам в описании, и все у вас будет замечательно, хорошо и вообще, знаете ли, нормально. Так вот, я думаю, что на этом обзор сборки можно вообще, то есть, свести на минимум, подвести к своему логическому завершению, к концу, можно даже так сказать, и уже закончить весь этот, знаете ли, видеоролик. Я думаю, что вы поняли, что сборка, она замечательная, крутая и основоположник вообще всей теории GTA-самповской экономики, наверное, будет правильнее сказать. Поэтому скачивайте ее, пожалуйста, по ссылочке в описании и говорите вообще в комментариях, как вам данная сборка, чтобы все было у вас замечательно и вообще, чтобы вы больше ничего абсолютно точно не жалели. Ну ладно,
Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, возможно. А я пошел отдыхать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на телеграм-канал, на все прочие вещи. Всем спасибо, всем пока.